Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет куча, очень много легендарных героев, потому что отсюда падают только легендарки, ну, самые топовые герои. Мы сегодня будем открывать карты, которые у меня накопились на английском сервере там за 3 месяца. Можно было их и больше накопить. Я, честно говоря, этим не заморачивался. Не могу открыть кучу сундуков. С них тоже падает очень много этих карт. Первых, вторых, третьих. В общем, сегодня мы открываем вот такие вот карты. Отсюда. Это все донатные карты, прайм карты. И такие вот карты. И посмотрим, какой же шанс выпадения определенных героев. Поехали. Пооткрываем эти, думаю, по 10. Давайте сразу же пооткрываем. Там те будем уже трешивать. Посмотрим, что у нас выпало. Потому что тут как бы попроще. Там будем уже смотреть. Если есть щитоводы, пишите в комментах, сколько чего мне упало. Так. Жалко, нельзя такой статистики сразу, вот, допустим, чтобы было видно и того, сколько чего мы выбили. Так, ну, черепа одного из 10 выбили. Два черепа уже есть. Интересно, интересно. Но, как видите, он хуже всего падает. То есть со 126 карт мы вытащили всего лишь два черепа. Так, что еще такого интересного? Ну, больше такого ничего интересного я не вижу. Череп. Да, в общем, это такие вот карточки были. Ну, с них, как видите, падает разнобой. Так, окей, поехали следующее смотреть. Prime карта 2. Что здесь у нас интересного падает? Сейчас посмотрим. Где там они спрятались у нас? Вот. Prime карта 2. Ну, тут понятно. Тут топовые герои. Анубис, Стрелок, Ворожей, Ронин. Ну, очень. Они, в принципе, все хорошие. Но самые топовые это, наверное, Ворожей. Ну, Ворожей, хотя Ворожей можно и так собрать. Там Анубис и Стрелок. Это самое интересное, что отсюда падает. Поэтому поехали. Сейчас так по одной. Открываем, посмотрим. И, как видите, сразу же падает Анубис. Давайте вот ради интереса сейчас посмотрим, сколько у меня Анубисов. Так, их 27 было. Вот 27 и Стрелков 23. 27 и 23. Вот так вот. Посмотрим, сколько же нам все-таки их выпадет, потому что они, скажем так, самые востребованные отсюда. Так, окей. Поехали. Давайте пока так пооткрываем. Потом уже по 10 пойдем. Ну, такое себе. Фрэнки упал неплохо. Ну, я думаю, мы тут все герои вытащим по-любому. Вот интересно, сколько всего стрелков будет и Анубисов. Еще один Анубис, отлично. Потом пойдем по 10. Добьем до целого, чтобы у нас было. Так, ну такое себе. Фрэнки сыпет. Рину. Вот Рину не было. Отлично. Ну, я вам скажу, на английском сервере, наверное, проще даже не отсюда их вытаскивать. Смотрите, еще один Анубис. А просто купить за 10 или за 5 баксов их продают. Можно. Вот Стрелок. Мы там сколько мы сундуков открыли. Ну, фигню, в принципе, открыли 361 и уже. Анубисы, конечно, сыпят полным ходом. Стрелок пока только один. К сожалению. Ворожей. Да, ворожей редко падает отсюда. Вот Иронин выпал. Еще один ворожей. Да, мне бы на без доната столько карт. Да, и вам, наверное, хотелось бы тоже их столько пооткрывать. Так, еще один Ронин. Сердцеедка. Сердцеедки тоже, кстати, не особо падают. Так, Фрэнки.
Воронка еще один. Но стрелок, как видите, вот ворожей один только стрелок упал. Уже там под 50 карт, наверное, открыли. Да, жестко-жестко. Со стрелками. Ирину тоже не особо падает. Второй, по-моему. Пошла время ведьм. Так, окей. Вот, наконец-то еще один стрелок. 28 карт и открываем. Ну, анубисы, как видите, сыпят просто отлично отсюда. Думаю, из 10 карт. Ну, давайте здесь еще посмотрим, будет ли анубис. 2. 3. 4. 5. Стрелок есть. Еще один стрелок. Офигеть. Не знаю, сколько там уже что-то заролился, но, как видите, не упал, зато два стрелка вылетело. Так, 12 карт. Так, 6 осталось, окей. Сейчас посмотрим, какие все-таки шансы. Да, хотелось бы, конечно, какую-то статистику иметь, но, к сожалению, как видите, у нас в игре это нереально. Так, окей. Того у нас осталось 300 штук. Только там 86, по-моему, если не ошибаюсь, было. Ну-ка, ради интереса глянем. Всего лишь 4 стрелка и 5 анубисов. Ну, такое. Окей, поехали. Откроем эти карты. Хоть 10. Стрелок Анубис. Анубис. Еще раз Анубис. Еще раз Анубис. Стрелок. Интересно, кто же выиграет эту дуэль? О, Анубис, походу. Практически, смотрите, через раз падает стрелок. Анубис. Даже по два Анубиса. Нифига себе. Три Ронина упало из 10. Да, неплохо, неплохо так. Еще Анубис. Да, смотрите. Все-таки Анубис побеждает. Два стрелка. Ну так, давайте сейчас посмотрим. Вот было у нас 300 карт. Сейчас посчитаем ради интереса, что у нас получается. Так, Анубис. Раз. Хотя, в принципе, ну я там не посмотрел. Два, три, четыре, пять, шесть. Восемь. Всего лишь 8. Да ладно. Ну еще разок. Раз. Два. У нас, наверное, не все полностью влезло. Скорее всего, тут десятка, да, влазит ролинком. Ну-ка сейчас зайдем сюда. Героем. Так. Анубисов 45, я что сказал, там было 5, было плюс 5, было 27, 32. 13 штук выпало. Неплохо, а стрелков было 23, стало 27. Стрелков тоже так нехило выпало. Да, ничего так, ничего так. Ну, поехали, самое интересное, наверное, это третьи карты пооткрываем. Так, что там у нас есть на третьей карте? 65 штук. Ну, поехали. Ну, отсюда, конечно, за самое топовое это получить Фрею. Смотрим, какие шансы здесь на Фрею. Поехали. Вот Фрейка.
Штук 5 открыли, и уже фраги есть. Неплохо, неплохо. Кстати, сейчас надо посмотреть, что там у нас по фраям делается, чтобы потом посмотреть на шансы. Ну, 20 считаем. Считаем, что у нас есть 20 фрай на аккаунте. Такс. Поехали. 555. Поехали. Фрей, раз. Два. Две фрейки вижу только. Ну, как видите, три. Четыре. Пять. Ну, я бы не сказал. Посмотрите, как афины. Вот фреи пошли опять. Смотрите, как афины падают. Нифига себе, 5 ПБшек. Офигеть. 4 Афина. Да, но 5, по-моему, 6 Афин. Нифига себе. Максимальное, наверное, что я видел. Считайте, из 10 нам 6 Афин упало. 5 Афин. Офигеть. Опять 6 Афин. Нифига себе. 7. Жестко, жестко. Ребят, 7 с 10 это Афина, прикиньте. С 10 карт 7 штук. Ну, наверное, больше вряд ли кому-то выпадет. Жестко как-то, ну вообще, блин. Давайте посмотрим, что там у нас по фрейям. 23 фреи. Офигеть, я не знаю, сколько там у нас ПБшек мы вытащили и бигфутов, уже 131. Но это реально очень жестко. В общем, вот так вот, ребят, такие вот шансы. Любители статистики, пишите в комментах, что вы там насчитали, увидели. Обязательно прожимаем лайк, репостик. Всем удачи, всем пока.